В Италии, где закон не разрешает лицам одного пола вступать в брак, сложилась практика заключения подобных союзов за рубежом с последующей их регистрацией в муниципалитетах по месту постоянного жительства супругов. Глава МВД Италии Алфано решил подобную практику запретить. Невзирая на это, в субботу мэр Рима Иньяцио Марино внес в регистр ЗАГС 16 однополых пар. Это жест неповиновения. Вот почему мы сегодня присоединились к этой церемонии. Ведь просто смешно из-за пары влюбленных поднимать столько шума. С правовой точки зрения это почти ничего не меняет, но в общественном сознании это переворот. Сегодня особый день, но было бы замечательно, если бы вскоре подобное стало самым обычным явлением. Циркуляр главы МВД, запрещающий вносить гомосексуальные браки в регистры ЗАГС, возмутил не только мэра Рима, но и Милана, Болоньи и Ливорно. Они отказываются подчиняться указаниям Алфано. Пока в мэрии проходило это праздничное мероприятие, на улице простые итальянцы тоже выражали свое возмущение, но другим незаконными действиями мэра столицы.